Всем добрый день! Хочу вам показать вот такой вот классный сиреневый кувшин, который называется «Родник», объем 2 литра для хранения напитков в холодильнике. Кувшин изготовлен из очищенного полимера, который не вступает в реакцию с продуктами. Объем, как я уже сказала, 2 литра. Герметичная крышка, очень удобная ручка. И видите, у него форма, которая удобно встает в дверцу холодильника, и вы можете хранить компоты, морсы, любые напитки и даже молочко. Крышка герметичная. Смотрите, какая с функцией обратной капли. Лишняя капелька у вас не стечет по кувшинчику, а вернется обратно в сам кувшинчик. Герметичную крышку закрываем и ничего не проливаем. Готовьте морсы без варки. Что нужно сделать? Засыпали ягодки, можно ваниль, сахар, залили горячей водой, напиток настоялся, и вы можете его принимать. Не нужно варить на плите. Будет очень полезный и вкусный напиток. Также к этому кувшинчику мы вам предлагаем приобрести кружечки, тоже в сиреневом цвете, которые называются Illumina. Смотрите, какие удобные кружечки. Используйте многоразовые кружки вместо одноразовых стаканчиков для защиты нашей окружающего мира. Также мы хотим предложить вам набор десертных тарелочек. Слово говорит само за себя. Десертные тарелочки для десерта. Смотрите, они умещаются в мою ладошечку. В наборчике 4 тарелочки. И также к ним можно приобрести вот такие сиреневые ложечки. И не забывайте приобретать средства для мытья посуды Tupperware. Средство называется Tupper Clean. Очень хорошо отмывает, ухаживает за вашей посудой. И не только, и за вашими ручками. Поэтому не забудьте приобрести данное средство при покупке изделий от компании Tupperware.